Значит, я вам говорил, где можно посмотреть. Там первые занятия вывешены, между прочим. А вот я не знаю, ваши, может быть, еще и нет. А есть занятия у нас, у философов и у историков. Занятия вывешены. Канал Фонда Рабочей Академии на YouTube. Так, вот, значит, различают еще человеческую психику, помимо разума и сознания, человеческую психику, которая представляет собой, ну, как бы внутренний мир человека, да, это психика. Туда включается вот в это понятие ощущение, восприятие, представление, и разум, и абстрактное мышление, и эмоции, и воля. И некоторые поэтому говорят, что сознание многомерно, хотя тут ни о каких количествах говорить не приходится, поэтому о многомерности, строго говоря, говорить нельзя. Если взять онтологическую точку зрения, то есть точку зрения бытия, то можно сказать, что сознание – это идеальная реальность, продукт мозга. Все это продукт мозга. Вот мы можем сказать, что сознание существует как идеальная реальность, как продукт мозга. Но она существует именно как идея, отражающая, или как мысли, отражающие мир, и содержащие идею его преобразования. С гносеологической точки зрения, сознание – это субъективный образ объективного мира. Но если мы скажем только образ и не добавим, что это и идея по его преобразованию, мы скатимся на позиции тоже материализма, но какого? Фейербаховского созерцательного материализма. То есть мы отражаем этот мир, а о преобразовании этого мира речь не идет. Именно вот это обстоятельство, что сознание всегда включает в себя вот момент преобразования мира, идеи по его преобразованию, от того, какие идеи человек поддерживает, защищает, зависит его позиция. Позиция в общественной борьбе. А общественная борьба, как известно, она связана с материальным положением людей. То есть мы ее, общественную борьбу, выводим не из мозга, а из положения людей в процессе. Деятельности в процессе производства. Я хотел вам один документ зачитать по поводу того, кто изобрел классы и классовую борьбу, которая осуществляется в мире и которая во всем проявляется. Кто изобрел понятие классов и классовой борьбы? Марс. Нет, не угадали. Вообще, надо сказать, что вот это понятие классов и классовой борьбы, оно, ну, как бы идеализируется или поэтизируется излишне. Почему? Потому что на самом деле речь идет о том, что всякая наука, которая имеет дело с обширным материалом, первое, что делает, что она делает? Наводит, проводит классификацию. Правильно? Вот, скажем, ботаника осуществила классификацию всех растений, доселе известных. Там есть вот такой толщины указатель растений. Вы можете летом гулять с этим указателем, справочником, определителем растений. И вот нашли то, что вас заинтересовало. Вот смотрите, какие листья, какие цветочки, какая резьба на этих листьях и так далее, какой стебель и так далее. И так постепенно по этим признакам вы определяете, что это, скажем, мыльный корень. Или вот мы гуляли по лесу со своим дядей, а у него вот эта книга и была такая, и вдруг, значит, видим странные растения, вот с таким венчиком, наклонное почему-то, наклонный, и венчик такой розовый, с приятным запахом. Вот мы тоже начали листать, смотреть, искать, оказалось, сравнивать там все параметры, оказалось, что это валерьянка, корень валерьяны, у нее есть корень этой валерьяны. И когда мы его принесли домой,
то все кошки вились от него, не отходили, просто невозможно было оторвать. Ну, а так бы мы, вот, если бы мы не имели этого определителя, мы прошли бы, ну, цветок и цветок. Вот. Это, в общем, довольно интересное занятие. Точно так же в области биологии. Тоже наведена классификация. Типы, роды, виды, подвиды. Правильно? Мы знаем, что есть земноводные, есть пресмыкающиеся, так? Есть млекопитающие, есть парнокопытные. Ну и есть членистоногие, и все это классифицировано в биологии очень подробно. То есть только после того, как вот эта классификация наведена, тогда начинают рассматривать все это в движении. То же самое и в обществе. Для того, чтобы вот изучать современное общество, ну сколько у нас сейчас человек на Земле? Сколько? Не знаете, не считали? Нет. Ну, слышали, наверное, ну примерно. А? 6 с лишним миллиардов. Сколько? 6, да? Ну, 7. Уже 7. Больше 7 миллиардов человек. Понятно, что если вы хотите 7 миллиардов человек изучать, вы без того, чтобы их классифицировать, никак не обойдетесь. А как классифицировать? Можно классифицировать вот по взглядам. Вот такие взгляды, такие. Значит, вы поменяли взгляды, значит, и попали в другую классификацию. Снова обрели эти взгляды в этот класс. По идеям. Например, можно по обещаниям, так депутатов можно классифицировать, что они обещают. Обещают они одно, делают, как правило, другое. Правильно? Можно, значит, по их там пристрастиям. Какие могут быть еще классификации? А есть, ну, скажем, такое верное проверенное средство, о чем говорится еще в Писании, по делам их узнаете их. Так, по делам. Вот это такая надежная классификация, классифицировать людей по поступкам, по делам. Не спрашивать, что вы за хорошие, за светлые, а смотреть, как вы действуете. И так классифицировать людей по делам. А эти дела исходят из чего? Какие у человека интересы? А интересы – это что такое? Вот я сразу хочу вам сказать, что есть понятие интересов в разных науках по-разному, определяемые, относящиеся к разным совершенно моментам. Например, понятие интересов в психологии относится к сознанию. Вот вы чем интересуетесь? Журналистикой. Я угадал? То есть что значит интересует журналистика? То есть это весь проект, предмет вашего внимания. Вам это интересно. То есть это для вас привлекательно, это вас привлекает. Журналистика. То есть интерес психологически – это концентрированная направленность внимания, удовлетворение каких-то потребностей своих, в том числе и духовных. Вот вы интересовались, потом разочаровались и перестали интересоваться журналистикой и стали интересоваться военным делом. Или еще чем-нибудь. Или, так сказать, правом стали интересоваться, поскольку много конфликтов, вы в них вступали и решили бы разобраться. И так далее. И человека может сфера интересов поменяться. А вот если вы возьмете экономику, экономическое, так сказать, определение интересов, то оно такое. Оно говорит не о том, чем человек интересуется, а что человеку выгодно. А бывает так, что интересуется человек тем, что ему невыгодно, и не интересуется тем, что ему выгодно. И вот чтобы понять, кто и как, и почему действует, надо знать, что ему выгодно, и с этим сопоставлять его действия. А как понять, что человеку выгодно? Понять, что человеку выгодно, можно, если определить его положение в производстве. Вот что выгодно студенту сказать? Я вот даже с вами, если даже вообще бы не разговаривал и не спрашивал, я все равно могу определить не по тому, что вы скажете, а по тому, какое положение вы занимаете, что вам выгодно получить хорошие и прочные знания. Это, во-первых. Во-вторых, оформить их, чтобы у вас был соответствующий документ. Потому что здесь мы вас знаем в университете, а вот пойдете в другое место, вас там никто не знает. Вы чужие, и там надо иметь документ о том, что вы такое-такое, такие-то знания получили. И вот на таком-то уровне. Что выгодно продавцу? Надо спрашивать у продавца, что выгодно? Я думаю, не надо. Это ясно. Продавцу выгодно продать побольше и подороже. Что выгодно покупателю? Покупателю, ясное дело, подешевле и тоже получше. Ну, а если я продаю рабочую силу, кто я тогда?
наемный рабочий, да? Если я продаю рабочую силу, то как называется цена моей рабочей силы? Я специально зашел с такой стороны, чтобы было неожиданно. Вы HR. А? Вы HR. Это будет называться заработная плата. Заработная плата – это цена рабочей силы. Но не надо забывать, что, если, что те люди, которые нанимаются на работу рабочими, они продавцы. А те, кто их принимает на работу, они покупатели. И вот представьте себе, я покупатель, предприниматель, капиталист. А вы пришли ко мне наниматься на работу. И спрашиваете, когда мне будет повышена зарплата? Но я вам популярно объясняю, что если я покупатель... Вы видели таких покупателей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы повысить цену на то, что они покупают? Вы что думаете, я сумасшедший? Нет, но есть... Вот смотрите, у вас там есть буфет. Я спускаюсь, и они мне говорят, пирожок. Я говорю, почем? Она говорит, 40 рублей. Я говорю, беру за 70. Ну, на самом деле, если не про конкретный пирожок, но, например, я никогда не возьму дешевую вещь, потому что я считаю, что дешевая не может быть качественной. Значит, я делаю выбор... И не берите, но поскольку вы придете на работу и будете наниматься, а я буду, допустим, вот вас на эту работу брать, то я, поскольку я покупатель вашей рабочей силы, я скажу, так... Это все хорошо, то, что вы там и не хотите, любите, покупаете дорогие вещи, но на свою зарплату. Но может быть так, чтобы тот, кто покупает, является покупателем, был заинтересован в том, чтобы повысить вашу зарплату. Да. Когда? Зачем? Очень мне это просто. Надо. Если у вас такие компетенции, которые сложно получить, то мало того, что повышать зарплату, еще всякие существуют бонусы, не знаю, там в виде оплачиваемая поездка куда-нибудь в год. Да, бывает. Если вы бывает. Студент, то бывает. Вы платите, в принципе, 3 гроша. Бывает. Это убедительно. Я с этим согласен вполне. Спорить не буду, но имеется, это, если ставится задача удержать вот этих людей, высококвалифицированных, поэтому, скажем, высококвалифицированным рабочим доплачивают заведомо больше, чтобы они не ушли к другому работодателю, потому что они в дефиците. Потому что если я покупатель, то если есть дефицитный товар, что я не куплю, другие купят. Тогда я как покупатель стремлюсь его сохранить. А что касается вот массовидного работника, который приходит и обычно, ожидать, что ему будут повышать зарплату, это очень странно. А кто заинтересован повышать цену своей рабочей силы? Ну, тот, кто продает, конечно. Поэтому вот эти работники, они создают профессиональные союзы, борются. За что? Вот профессиональный союз – это не союз же идейный, правильно? Никаких там общностей идей там нет. Это союз для повышения заработной платы и борьбы за улучшение условий и его продажи. Все. Своей рабочей силы. Возвращаемся к вопросу о классах, поскольку некоторые сказали, что это Маркс разработал. Но это вот миф, который очень легко разрушить. Для этого берутся документы. Маркс письмо Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк. Лондон, 5 марта 1852 года. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. Вот это 28-й том, полное собрание сочинений, 424-427 страница, можно посмотреть. Экономисты, это английские, это Адам Смит и Рикардо, которые дали анатомию классов, а историки, это буржуазные французские историки Тьерри, Минье и Гизо. Вот по этим фамилиям, если вы захотите поподробнее узнать, как они открыли классовую борьбу и как они это вот, излагали,
Вот вы можете это проверить. А открыли ее они не просто так, не в связи с тем, что вот они думали и придумали, а в связи с той борьбой, которая развернулась во Франции. Во Франции правящий феодальный класс чувствовал, что его время уходит, и надо было как-то свое богатство, свое положение упрочить. Как его упрочить? Значит, он в лице своих феодальных идеологов начал доказывать. Феодальные историки стали писать, что править, управлять государством могут только благородные. А чернь никакая не может. В том числе и буржуазия не может. Потому что как это выскочки там откуда-то выскочили, ни рабочие не могут, ни крестьяне, ни буржуазия, а могут только благородные. Вот у вас папа не граф? Нет? Нет, все. А у вас не барон? Тоже нет, да? Ну и у вас, наверное, кто? Не князь? Нет? Ну, что вы собрались? Все, вы не подходите под это. Вот что, значит, излагали феодальные историки, а буржуазные историки, вот эта троица, Тьерри, Менье и Гизо, выступили с идеей о том, что каждый класс может управлять государством, что управлять государством может не только вот это вот, не только дворянство, не только феодалы, а могут управлять и другие классы. И им это нужно было доказать. И они как бы открыли дверь в будущее, в том смысле, что и другие могут классы приходить к власти в ходе борьбы. И эта самая острейшая борьба привела под лозунгами народного государства, народности, значит, свободы, привела к господству буржуазного класса. А как всегда бывает, эту борьбу в основном осуществлял, конечно, рабочий класс и крестьянство, феодальное общество. И они обеспечили победу буржуазии. Но и это прогрессивная в этом состоит роль буржуазии, правильно? То есть она освободила человечество от такого понимания, что только некие вот по крови могут только осуществлять власть. И думаете, это у нас пропало, что по крови? А вот скажите, пожалуйста, экономическая власть в современном обществе в России как передается? Экономическая. По наследству, ну вот. То есть, если у меня папа миллиардер, то я буду миллиардер. Причем, если в странах вот западных колоссальный налог на наследство до 90%. То есть, как бы государство получает основное, зная, что вообще дети, не факт, что они будут такими же организаторами производства, как их отцы, которые не только эксплуататоры, но еще, кроме всего прочего, организаторы производства. У нас в России налог на наследство фактически нет. Вот теперь, поэтому, скажем, ну вот какая экономическая власть Абрамовича кому перейдет? К его наследникам. Он уже предусмотрел, чтобы жена не оказалась наследницей. Для этого выдумана новая форма брачный договор, что вот если вот муж с женой, то обычно делится пополам имущество. И если умирает муж, жена и дети – это одна и та же, в первую очередь, наследование. А если в брачном договоре записать, что у меня 3 завода, так, и нефтебаза, и 4 корабля, а у вас дом в деревне, ну и что там, и 2 автомобиля, чтобы не было скучно. Чего вам еще надо? Все. И вот тогда идет по брачному договору. И вот такого рода брачные договоры нынешняя буржуазия заключает. Но такого развития передачи власти по наследству мы давно не видели, потому что, ну, помните, когда доживал, так сказать, царизм свой век, что, дескать, все цари передавали свою власть по наследству, политическая власть по наследству не передается, а экономическая, которая превращается и политически очень просто. Известно, сколько стоит прохождение в Думу одного депутата. Известно, как это делается. Могу рассказать? Я знаю, что по нашему округу, Московскому району, там что-то 5 миллионов долларов. Да. А вы знаете, что, вот, скажем, каждый кандидат, скажем, депутаты Государственной Думы или законодательного собрания нашего, он открывает счет, и на этот счет любой человек, любой гражданин может направить средства в поддержку этого кандидата.
скажем, я открыл счет, вы мне раз 1 миллион, вы мне 5 миллионов, а вы 5 миллиардов. Мы с вами так тесно тут спорили, что вам понравилось, как я с вами спорю, вы мне раз 5 миллионов, у вас этих миллиардов завалить, вам это 5 миллиардов ничего не стоит. И я буду сидеть на телевидении бесконечно, а у нас за общественный счет, за государственный во время выборов равенство. Вам 3 минуты, мне 3 минуты, но это бесплатно. А платно я вот как сяду и не вылезу с него, пока не выиграю. И так и получается. И более того, значит, кто может вносить по закону в этот самый избирательный фонд кандидата? Только тот, у кого нет иностранного доли в иностранном капитале. В капитале иностранной доли. В его капитале. Если у вас есть какая-то доля, вы не можете вносить. Поэтому только отечественные предприниматели могут вам помочь. Только отечественные. Но есть и другая форма. Сейчас у нас по спискам идет, да? Вот прихожу я, а вы, допустим, руководитель какой-нибудь фракции. Какая? Ну, ЛДПР, к примеру. Яблоко. Яблоко, оно у нас не сильно там имеет позиции. Нет, вы берите, давайте ЛДПР, который там места имеет, реальный. Или КПРФ, или Единая Россия. Ну, кого-нибудь, давайте, выбирайте. И вот я к вам прихожу и говорю, вот люблю я вашу партию. Могу любить? Люблю. Вот, а могу я, а вы руководитель фракции, а могу я помочь вашей партии? Ну, вы скажете, конечно, могу. Вот хочу я, сколько вот одно место стоит? А вы мне говорите, 5 миллионов. Ну, давайте я вам 50 миллионов на 10 мест подарю. Могу я вот такой подарок сделать от чистого сердца, без всякой корысти? Могу? И я вам 50 миллионов перечисляю. А вы спрашиваете, Михаил Васильевич, а вы-то чего, ничего не хотите? Да нет, ничего не хочу. Ну, мне бы вот неплохо было бы, если я из этих 10 был бы один. Вы собираете фракцию, говорите, вот нас любит один товарищ очень сильно, он нам очень сильно помог, и я думаю, это как-то любовь должна быть взаимной, давайте мы как-то его поместим, ведь по списку партии не обязательно проходить должен член партии, знаете, да, по закону? Да, ну так давайте это возьмем его, он и дальше будет помогать нам, нам же нужен человек, который нам помогал, если он нас любит, да, и все. И вот товарищи докеры, которым я помогал из нашего порта, однажды вместе со мной, путешествуя по Думе государственной, вдруг смотрят на дверь, и там написано «Южилин». А Южилин у них, один Южилин руководитель их компании, а другой Южилин, у которого 2 миллиарда, собственник долларов, собственник этой компании. И вот они смотрят так на эту дверь, и там написано «Фракция коммунистической». Коммунистической партии Российской Федерации. А почему он пошел по списку к КПРФ? Да какая разница, по какому списку пройти в Думу? Важно, чтобы был депутатом. А по КПРФ дешевле, чем по Единой России. И такие, скажем, договоренности, они ну, не содержат никакого нарушения ровным счетом. Ровным счетом. Поэтому можно сказать, что вот экономическая власть, которая передается по наследству, очень легко конвертируется в политическую власть. Вот, например, такой был случай, странный такой. Директор Кировского завода, прежний, вдруг с 5-го этажа упал. Взял и упал. Вот еще бы это ему падать. И как только он упал, его сын стал генеральным директором Кировского завода. И вот этот сын, молодой парень, так сказать, сейчас, так сказать, разруливает всю деятельность Кировского завода, вот все это общество, холдинга. Потому что там есть много заводов, которые, так сказать, соединены некоторыми, так сказать, общими. Почему сын? А? Потому что он был генеральным. Да. Ну, история такая странная. Ну, во всяком случае, вот такие вещи бывают, проходят. Из этого что следует? Из этого следует, что когда мы изучаем движение общества и то, что происходит в обществе, мы исходим не из того, кто чем интересуется, это мы тоже учитываем, правильно? А мы исходим из того, кто в чем заинтересован по своему положению. Вот я, например, твердо знаю, несмотря на нашу дискуссию, вот оппонентка в этой дискуссии, которую мы вели, она глубоко заинтересована в том, чтобы изучить, как следует, получить прочные и глубокие знания и ими обладать. Правильно?
Есть у нас дискуссия, нет дискуссии, а факт остается фактом. А надо смотреть не на дискуссию, а какие есть глубокие интересы. Более того, а кто более заинтересован в этом, она или я? Я заинтересован, потому что если она, так сказать, будет хорошо заниматься и потом пойдет высоко в гору, я скажу, вот она у меня училась, это моя студентка. Вот, например, товарищ Кудрин, мой дипломник, он был у меня в кружке по диалектике, и дипломник у меня был, а он стал министром финансов. А, скажем, другая моя дипломница такая, Иванова, Куликова бывшая, она была зам председателя комитета по науке и высшей школе. А тут вы будете, вот, допустим, председателем правительства. Я скажу, так это вот она у меня училась. У нас же, вы знаете, где мы находимся? Вот товарищ Иванов, который возглавлял администрацию, он где учился? А он филологический факультет кончал. А товарищ Бастрыкин, вы ничего не знаете про него? А товарищ Бастрыкин был староста группы, в которой учился товарищ Путин. А я в это время, когда товарищ Бастрыкин был заместителем у нас парткома по идеологии, был заместителем секретаря партийной организации экономического факультета, а потом УПК. И поэтому Бастрыкин был мой непосредственный начальник. Так что я с ним постоянно взаимодействовал. Хорошо его знаю. Хороший человек. То есть мы находимся вот в таком университете, потом то, что я говорю, это может быть, вот я чувствую, что вы так с такой напористостью сопротивляетесь, чувствую, что вы не менее, чем пред совмином будете, не менее, потому что другие так как-то мягко, вы так настойчиво. Я так представляю, будете очень строго проводить свою линию, дескать, моя линия, это она полностью нейтральная, но кто будет против моей нейтральной линии выступать, тот получит по первое число. Так. Есть еще одна точка зрения, кроме онтологической и гносеологической, есть аксиологическая точка зрения. Сознание не просто отражение действительности, но и отношение к действительности, ее оценка. Одна из форм аксиологии состоит в том, чтобы оценку не давать, как вот вы доказывали, что оценку мы не будем давать, вот что есть, то и есть. А пусть другие дают оценки. Есть для этого историки, пусть сама история дает, пусть другие люди несут, дают оценки и так далее. А есть еще кибернетическая, так называемая, точка зрения, что, дескать, сознание – это информация, заключенная в сигнале, и функция сознания познавательная, аксиологическая, функция целеполагания. То есть можно по-разному подходить к этому самому сознанию, но предмет тот же самый. Есть еще конструктивное, коммуникативное, регулятивно-управленческое. И вот в связи с этим, в связи с рассмотрением сознания, встает вопрос о том, что такое язык. Ну, это для нас с вами, для филологов важно, для философов важно, но для журналистов супер важно. Язык есть действенное сознание. То есть вы не просто вот вы отражаете, а вы описываете, и как вы описали, так и будет. Люди, вот, исходя из того, что они прочитают, будут действовать. Или они будут действовать, просто имея в виду, что вот если вы написали, то они точно знают, что можно на это рассчитывать, что так, и не ошибешься, а дальше вырабатывать уже свою позицию. Или вы сразу им предлагаете определенную позицию, но не так явно, потому что если явно будете предлагать, могут отторгать. Правильно? По-разному. Язык – это действенное сознание. Только мысль, выраженная в виде слов, становится доступной для других людей. А если у вас мысль пока не в словах, ну, это как сон. Вроде бы была мысль, а потом она исчезла. А? Еще раз. Только мысль, выраженная в виде слов, становится доступной для других людей. Вот с этими мыслями большая проблема. Один товарищ, который вел уже научную работу, ну, будем считать, что аспирант, или молодой человек, который писал кандидатскую диссертацию, очень боялся, что мысль придет ночью. Мысль придет ночью, и он не сумеет ее зафиксировать. А и больше она не придет. И так он тогда и не защитится, и все пропадет. Ну, у вас такие мысли могут возникать, что есть тем, что у вас вот выпускная коллекционная работа вот. И он решил подготовиться к этому стратегически, так, основательно. То есть он ложился спать, на столе клал чистую бумагу, карандаш, и тогда уже укладывался спать. И вот в один, как он и предполагал, в один прекрасный, хотел сказать, день, в одну прекрасную ночь мысль пришла, и он быстро вскочил и записал. И лег спать, и проспал 13 часов.
Потом он проснулся, подошел к окну и читает. Там написано: воздух сух, как гвоздь. Поэтому, так сказать, все, конечно, в мысли выражается, но иногда кажется, что это что-то хорошее, глубокое. Но язык способен выразить и пустые мысли, так сказать, довольно бессодержательные. Поэтому это вот большая идея. Вообще самая большая проблема, вот вы еще не на таком рубеже, когда вы пишете кандидатскую, а вы на таком рубеже, когда от вас требуется в выпускной работе, ну, как бы показать, что вы освоили предыдущее знание, да? Вот, поэтому если вы там не дали ничего нового, ну, никто вам ничего не скажет плохого, потому что от вас не требуется. Люди, когда получают высшее образование, они демонстрируют, что они вышли вот на тот уровень, вровень, там, с людьми, которые занимаются наукой, что они вот литературу знают, понимают и квалифицированные люди. А если это кандидатская диссертация, у вас, если нет новизны, то есть того, чего нет у других людей, и вы никакой своей мысли новой не внесли, диссертацию защищать нельзя. Она и хорошая, и там и литература подобрана, и там есть и практическая значимость, и такая значимость, и такая значимость. Если нет новизны, все. Поэтому это большая проблема. Как вот сформулировать что-то новое? А может быть новое, если вы не освоили предыдущее? Вот если вы не знаете предыдущее, может, вам кажется новое, а вам быстро докажут, что это вот написано у Иванова, Петрова и у Сидорова. И вы открыли велосипед. Поэтому, конечно, ознакомление с тем, что есть, совершенно необходимо для того, чтобы вы могли знать, а что не решено, и взяться за решение этой проблемы. Одни берутся за более сложное, другие уберутся. Другие берутся за менее сложные. Вот, скажем, когда я учился, у нас был такой Владимиров, кандидат. Нет, он даже не кандидат наук был. Преподавал математический анализ. А он все время решал какую-то одну большую задачу. Когда он ее решил, то все стали говорить, что он сделал такую задачу, которая выше докторской, намного. И вот на ученом совете выступил профессор Рохлин и говорит: ну не надо там отступать от сложившегося порядка. Все говорили, что давайте ему дадим докторскую сразу. Нет, давайте дадим кандидатскую и так далее. А человек решил задачу, которую многие доктора не смогли решить. И эти доктора, им еще до этого Владимирова пахать. Вот бывает по-всякому в науке. А был такой математик Борис Галуа, которого должны были казнить, и он в ночь перед казнью доказал такие теоремы, которые сделали ему имя вообще в математике на долгие годы, на всю историю математики. Так что это вот вопрос о том, какие мысли, насколько они содержательны, насколько глубокие. Ну вот вы там спрашиваете, а что может дать эта самая философия? Ну вот философия может, исходя из того, что она изучает всеобщее, она позволяет все-таки такую глубину мысли отличать, потому что такие наиболее крупные и глубокие мысли, которые относятся ко всему, они проявили себя во всем развитии философии. Более того, после Гегеля, который создал систему категорий, диалектики, эти самые крупнейшие мысли, все они как бы присутствуют в наличии и не являются тем-то таким неизвестным, которые невозможно, их трудно осознать, трудно понять, трудно разбирать, но они все присутствуют, они есть. И можно думать о том, как облегчить их изучение. Язык является средством выражения и закрепления мысли в словах и предложениях. Мысли без языка не только не могут быть высказаны, но не могут возникнуть в голове человека. Если вы про меня, вот вы про меня там что-то ругаетесь в голове, а что вы это, мало ли что вы качаете головой, а я же все вижу, я же в сущность пытаюсь проникнуть. Вот если вы меня ругаетесь, но если вы не выразили в словах это никак, то вы не ругаетесь. То есть даже для того, чтобы вот внутри своего сознания, внутри, в голове, что-то там придумать, высказать, выразить свое отношение, это приходится выражать в словах. А поскольку язык – это понятие общественное, то и в этом выражается то, что сущность человека общественная. То есть вам для того, чтобы выразить свою собственную мысль, внутреннюю или внутреннее убеждение, вам нужно воспользоваться всеобщим инструментом – языком. А какая наука изучает язык? Не как французский, немецкий, итальянский, русский, испанский, а не как какой-то национальный язык, а язык человеческий. Это диалектика или логика. Диалектическая логика изучает язык как язык, как язык, как способ формирования понятий.
Язык – система понятий, с помощью которых человек получает, хранит, перерабатывает и передает что? Информацию. Вот все говорят информацию. Информация, вот запишите информацию. 3.17, 28, 43. Вы обогатились? Нет. Знание. Вместо информации вычеркиваете информацию и пишите знание. Или, как рассказывает одна женщина, своему мужу говорит, я уйду к соседке на 15 минут, а ты через 2 часа, каждые 2 часа, помешивай суп. Информация она очень много передала, знаний не факт. То есть информации вообще очень много, знаний, в общем, мало. В сравнении людей, которые имеют много знаний, не очень много. Поэтому это большая проблема. Поэтому надо понимать, что информация – это просто некоторые упорядочные. Вам не нравится то, что я раньше сказал? Хорошо, не 3.17, а 28, 49, 45. Информация? Информация. Она по всем параметрам проходит. И такой вот информации, вот скажем, есть некий поток информации, и одна из больших проблем, которая стоит перед журналистами, выделиться в этом потоке, чтобы вы дали такое знание, которые другие не дали и не дадут. А почему они не дадут и не дали? Потому что у них нет глубины. Поэтому журналистика бывает глубокая и поверхностная журналистика. Ну, поверхность можно описывать. Вот, что вижу, то и пою, о том и пою. Это вот тоже будет один такой вариант. Он вполне допустимый, и даже против него нельзя выступать как таковой, что это вот момент в этом деле. Но, в принципе, вот надо, вот, глубокая журналистика требует глубокого проникновения в суть, в сущность протекающих процессов. Любой язык есть единство состава, то есть совокупности знаков, и структуры, там, грамматика, правила, коды. Когда мы говорим, пишем, мы кодируем значение мысли в знаках. Когда мы слушаем, читаем, мы декодируем эти знаки, извлекая из них значение. Язык выполняет две основные функции – экспрессивную, то есть средство выражения мысли, и коммуникативную, средство связи. А вот смотрите, как называется то учебное заведение, в котором мы с вами находимся. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций. Коммуникация – это связь. Поэтому если речь брать только связь, то, конечно, связь, вот какие тут, может быть, связь – это связь, передача не только знаний, а просто, может быть, информации. А если речь идет о средстве выражения мысли, то мысли, конечно, мысли отражают действительность так, что они отражают и одну тенденцию прогрессивную, и другую тенденцию, скажем, регрессивную или реакционную. И здесь уже от оценки или от выражения того, что есть прогресс, а что есть регресс, конечно, даже если это просто отражение того, что есть, потому что раз в действительности есть прогресс и регресс, то закрыться от того, что есть в действительности, невозможно, потому что всякое развитие в себе имеет противоположные тенденции. Одна тенденция, которая совпадает с направлением развития, называется прогрессом. Другая тенденция, которая противоположно развитию, называется регрессом. Поэтому можно сказать, что журналист постоянно описывает борьбу этих противоположных тенденций, отражает эту борьбу. И если он не видит этой борьбы, он, значит, глубоко не проник в содержание той общественной жизни, которая сейчас идет. Потому что общественная жизнь без борьбы протекать не может. Более того, мы с вами говорили, что это связано не только с наличием классов. Вот, скажем, пока классы есть, эта борьба может принимать классовый характер. Но не будет классов. Давайте улетим далеко-далеко, в историческую даль, и скажем, ну, классов не будет. А борьба будет? Будет, потому что всякое развитие осуществляется в порядке борьбы нового со старым. В науке будет, в искусстве будет, так? Во всех сферах общественных будет борьба, в технике будет. Какой самолет или какую ракету пускать в производство, какую серию, а какую оставить пока для дальнейшей доработки и так далее. И такие проблемы, они всегда встречались во всех областях человеческой деятельности и будут встречаться. И вот мы уже об этом говорили, что в борьбе нового со старым нам приходится со всеми встречаться с ситуациями, когда
Новое передовое, оно, когда оно появляется, слабее старого. А раз оно слабее, то вот тут, конечно, журналист может постараться поддержать это новое передовое, чтобы его не затоптали, а может смотреть, как его затаптывают, и говорить, ну вот, еще и не дотоптали его, еще сейчас посмотрим, может, завтра дотопчут его и так далее. То есть он может смотреть на это, ну вот, с точки зрения фейербаховского созерцательного материализма, что будет. Наконец, значит, вот если это новое передовое, то оно поначалу слабое, и оно поначалу обязательно терпит поражение, непременно. Но именно потому, что оно передовое, эти поражения не приводят к его полному уничтожению. Наоборот, в ходе поражений, которые вот это новое претерпевает, оно укрепляется, оно закаляется, и наступает такое время, когда оно начинает теснить старое. И хочется сказать «ура!» и во всех газетах напечатать «ура!», но как раз тогда, когда оно начинает успешно побеждать старое, появляется то новое, в отношении к которому вот это вот бывшее новое уже является старым. И все начинается сначала. Поэтому одна из задач журналистики состоит в том, чтобы не обманывать себя и других людей в отношении нашего будущего. Никакое бы ни было будущее, и на какой бы стадии оно ни находилось, оно никогда не будет освобождено от борьбы общественных идей. И от борьбы, соответственно, людей, которые придерживаются тех или иных идей. На известной этапе человеческого развития, человеческой истории, пока есть еще классы, эта борьба общественных идей будет носить классовый характер. С момента, когда классов не будет, борьба-то все равно останется. И борьба нового со старым – это вечное условие человеческого развития. Развитие существует только в борьбе противоположностей. Не бывает развития, которое бы не включало в себя борьбу противоположностей. Вот это вот глубокое понимание развития. И, конечно, ну, сказать, разные бывают журналисты, но есть журналисты, которые более глубоко понимают действительность и ее освещают. А есть журналисты, которые менее глубоко. Сказать, что вот старые не нужны, ну, зато они быстро сообщают, что произошло. Есть репортеры. Вот репортеры, его задача какая? Быстро написать и сказать, вот что произошло. Но быстро. А если он, этот репортер, делает медленно, то это вот так не получается. Хочу привести пример. Вот товарищ Невзоров. В свое время он такую передачу 600 секунд вел. Замечательно. Она была очень острая, очень полемичная, очень критическая. И очень большим авторитетом пользовался у всех жителей не только нашего города, но и тех, кто смотрел эти передачи еще. И вот Белла Куркова, которая сделала на телевидении «Пятое колесо», и которую я хорошо знаю, потому что мы с ней, с Беллой Курковой, были кандидаты в народные депутаты СССР по национально-территориальному округу в 1989 году. Вот эта самая Белла Куркова уговорила товарища Невзорова, что, дескать, давай я тебе дам крупную форму, и ты будешь делать могучие такие передачи там сложные и так далее. Когда он перешел к крупным формам, он утратил те замечательные качества, которые у него были как репортера, и сегодня мы наблюдаем Невзорова, который иногда говорит правильные мысли, иногда говорит неправильные мысли. И очень озлобленного на жизнь, на всех, и вот это озлобление, это просто, так сказать, вот бросается в глаза. Ну, человек, если он журналист, он же не должен злобно относиться ко всему миру, правильно? Вот я могу с вами ругаться, но злобно-то зачем относиться? Ну, злобно-то почему? Почему человек должен сразу принять мою позицию? Он не должен, он не обязан. Почему это надо вас вот воспринимать, если вы со мной спорите, что «ах, вы со мной спорите, я у вас экзамен буду принимать, а вы спорите, а вы знаете, что я буду принимать экзамен?» Ну, так это что? Ну, кого это? Ну, как это? Что это такое? Вот. То есть, к сожалению, бывает так, что человек в одном жанре, он может быть блестящим журналистом, а в другом жанре, где требуется ну, другая глубина, другое понимание. Мы не знаем, кто вот здесь присутствующих и здесь не присутствующих, в каком жанре будет работать. Но мы знаем, что значит, если человек вообще вот получил такое глубокое философское образование, то есть если он разбирается по-крупному, в устройстве мира, но он не пропадет, в том смысле, что он найдет себе место, как и что отражать с учетом этих обстоятельств. Потому что выбирать-то все равно будет кто. Вам никто не посоветует.
Вам могут обрисовать картину мира, вам могут обрисовать, какая идет борьба. А какое-то вы место, где найдете, это личная позиция журналиста. И каждый может позицию сформировать себе сам. И обязательно сам сформирует. И тут можно агитировать, можно пропагандировать, но нельзя заставить. Вот как, например, нельзя певца заставить петь. Это смешно. То есть вот я, скажем, скомандую, как надо петь. Особенно, если я петь не умею. Вот как могу это делать? То есть это вот такая область, в которой, ну, человек многое делает на вдохновение, а не на том, что ему там порекомендовали. Ну, это все. Меня учили так. Вот я хотел бы к вам обратиться. Меня учил декан экономического факультета, командир полка «Катюш», профессор Моисеенко, заслуженный деятель науки. Он говорит: «Миша, ты выслушай и сделай по-своему». А что нужно вот для представителей старшего поколения? Вот они вам говорят, а вы так сидите и слушаете внимательно. И вот если вы внимательно слушаете и не возражаете, это уже достаточно. Они уже будут удовлетворены. А потом вы делаете, что хотите. И так и надо делать. И меньше будет конфликтов. Вот больше всего начинает кипеть представители старшего поколения. Она даже не хочет меня выслушать. Я ей стала говорить, а она мне стала... Ну, подождите, ну, послушайте ее, послушайте. А дальше? Ну, вы же самостоятельный человек, правильно? Вы же должны, вы и будете делать, и должны делать, и отвечаете за свои действия, и будете действовать сугубо самостоятельно. Я думаю, что к преподаванию это в полной мере относится, потому что наши все дискуссии носят, ну, характер фехтования на тренировке. Почему? Потому что вот, ну, хорошо, ну, вы сдадите мне экзамены, и вы будете вы действовать, как вы считаете нужным, а не как, допустим, я вам чего-то советовал или говорил. Ну, выслушайте – это другое дело, это мудро. Мудро выслушать. Но не заставлять себя обязательно подумать, как делать. А как подумать? Кто несет ответственность? Я как-то вот читал в иностранных журналах такие заметки авторов, что, дескать, вот спасибо тому за помощь мне, спасибо тому за помощь мне, спасибо тому за помощь мне, а за недостатки и ошибки в этой работе несу ответственность лично я. Это правильно. Потому что позиция автора, любого, и автора в науке, и автора в журналистике, она, конечно, обязательно должна быть. И она должна быть, ну, какой-то, ну, яркой, чтобы человек, ну, не просто был бы вот какой-то, сливался со стеной. Вот, дескать, стена журналистики, вот они, эта толпа журналистиков, журналистов налетает, и как саранча начинает эти факты расклевывать там и съедать. Нет. Вот один журналист берет себе этот аспект, другой там какой-то он себе выбрал стезю, и он эту стезю развивает, и он тогда из этой толпы выходит как индивидуум. Или как индивид. Если я хочу сказать личностный такой, он индивидуум. А если это личность, которая вместе с сообществом, индивид. Может быть, второе даже и неплохо, индивид. Но журналист как индивид. Но он индивид, а не просто сливается с толпой. Так, теперь языки делятся на естественные и искусственные. Естественные языки с виду аморфны, как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им смысла. В нем, в языке естественном, нет четких критериев осмысленности утверждений. Значение многих слов и выражений зависит не только от них самих, но и от их окружения. Почти все слова имеют несколько значений. Есть слова, которые не обозначают никаких предметов. Поэтому это, с одной стороны, кажется плохим, а с другой стороны, это хорошее поле для использования языка. Выбирайте, у вас много инструментов, и из этих инструментов тот, который надо. Например, вот философы. Что могут сказать и посоветовать? Например, вот вы описываете человека. Вы можете сказать, что этот человек умный, а можете сказать, что он не глупый. Я уже об этом говорил. Да? И одно и то же будет выражено по-разному. Вот я буду долго про вас рассказывать, что вы никого не убили, не зарезали, ни у кого ничего не украли. И сегодня выглядите прилично, вроде бы. И после этого описания вы ко мне придраться не можете, но как-то получится, что после вашего описания сторонников у вас поубавится. А можно наоборот говорить красивая, умная, волевая, творческая натура и так далее. И совсем по-другому будет это звучать. Поэтому, конечно, что такое язык для журналиста? Это палитра, которой нужно пользоваться для того, чтобы нарисовать картину. Не просто вот передать информацию. Подумаешь, передать информацию, ума не надо.
всякая, скажем, любая фотография передает информацию. А про журналистику можно сказать, что это, с одной стороны, наука, и с другой стороны, и искусство. Правильно? То есть вы должны так изложить, чтобы создать определенное впечатление, настроить человека на что-то хорошее. Или на то, что, или настроить человека на то, что все пропало, все мы умрем. Все, жизнь кончилась. Все хуже и хуже и хуже. Все пропало. Вот мне кажется, что вот таким свойством обладают журналисты газеты «Советская Россия». Вроде они там за что-то хорошее выступают. Но они все время доказывают, что вся экономика не просто разрушена. Это соответствует действительности. Она во многом разрушена. Она окончательно разрушена. Это вы зачем сказали, что она окончательно разрушена? Чтобы никогда Россия не поднялась? Чтобы люди не дергались? Чтобы, дескать, все, конец, смерть. А что тогда вы издаете газету? Ну, если экономика окончательно разрушена, не надо издавать газету. Что наши перспектив развития России нет никаких. Это называется прогрессивная газета? Что тут прогресс? А она вроде бы как и левая, и коммунистическая считается. Но, так сказать, я думаю, что это вот не тот способ выражения. Или в той же самой газете «Советская Россия» или в «Правде» призывают людей к протестным действиям. Вот вы меня бейте, а я буду протестовать. Вы меня закидываете гнилыми этими самыми помидорами и тухлыми яйцами, я буду протестовать. И что? Вот что бы вы ни делали против меня, я буду протестовать. Что тут такое позитивного в этом? Ничего нету. А? Это не способ диалога, это повторение всех отрицаний. Вместо того, чтобы указать действительный путь движения, он один. И вот действительный путь движения является всеобщим отрицанием. Если я скажу, куда идти, это всеобщее отрицание всех остальных направлений. А если я не скажу, куда надо идти, а буду говорить, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Сколько неправильных направлений? Бесконечно много. Я могу писать бесконечно долго и бесконечно, так сказать, людей так или иначе толкать к этим самым отрицательным действиям. Это бунтарство. Бунтарство, оно противостоит революционности. Революция всегда что-то позитивное дает. То, что называют иногда революциями, это потому и называют, что хотят приклеить себе или взять на вооружение это самое позитивное начало, которое есть в понятии революции. Потому что революция – это есть не просто переворот, а это переход от одной формы общества к другой, более прогрессивной. От одного реакционного класса к прогрессивному. Поэтому говорят, революция роз, оранжевая революция, революция тюльпанов. На самом деле все это не соответствует действительности, потому что во всех этих случаях, которые я перебрал, речь идет о изменениях во власти при сохранении одного и того же, в данном случае, капиталистического строя, того же самого класса буржуазного, который перелицовывает свою власть и свою форму господства. Больше ничего. Никакой тут революции нет и не пахнет. Скажем, никакой революции на Украине не было. И контрреволюции тоже не было, потому что контрреволюция означает переход от класса какого? К буржуазного, к какого? Феодальному? Нет там никакой феодальной. Хотя есть люди, вот я сегодня поехал, слышал, что у нас в России феодализм. Ну, слушать даже вот это неинтересно мне, потому что человек вроде хороший, редактор, и какую-то чушь несет, что у нас феодализм. Ну, нет у нас феодализма. Для феодализма вот мало быть этим самым дворянам, нужно еще крепостных крестьян. Ну, никто, я пробовал записывать, вот в дворяне записывать с удовольствием. В крепостные крестьяне не удалось ни одного записать. Ну, нет у нас крепостных крестьян. Все, проехали это. Нет у нас на земле феодализма. Нету нигде. Мы уже доходим. Что? Это плохая метафора. Метафоры бывают хорошие, бывают плохие. Человек не может выразить в понятиях то, что есть. Он выражает не в тех понятиях. Я скажу, у Бабы Яга, я хотел сказать, что вы красивая девушка. Это что вы имеете в виду? Это вообще не имеет. Ну а как можно так? Как можно, да вот если человек берет не те понятия, кто такой художник? Человек, говорил Райкин, который берет нужную кряску и кладет ее в нужное место. А если я беру ненужную кряску и кладу ее в ненужное место, я, так сказать, никакой не художник, я искажаю картину мира. Поэтому, если человек не научился выбирать понятия, вообще, вот почему мы говорим о языке, о слове? Конечно, журналисты – это люди, которые, ну, к слову относятся как поэты, как писатели, потому что они есть писатели, причем они не только рассчитывают, что их будут читать, а их сейчас будут читать, причем многие. И, может быть, сразу миллионы.
Поэтому тем более они должны быть очень близко, с этим словом аккуратны. Ну, что-то ерунду какую-то говорить, что у нас смысл видели феодали. Смысл понятия, это главное. Что главное? Смысл понятия, это главное. Понять, значит, выразить в понятиях. Выразил не в тех понятиях, значит, не понял. Значит, человек безграмотный. Безграмотный человек вне политики, вне общества, вне всего. То есть он хотел сказать одно, а получилось другое. Как что? Ну, ошибка человека. Ничего себе. У нас премьер-министр перепутал с Троем. А у нас, вот, например, наш премьер-министр, когда меняли милицию на полицию, вдруг заявил, что вот, в Октябрьскую революцию создали милицию. А милицию когда у нас создали? Не знаете? А милицию у нас создали. Временное правительство уничтожило жандармский корпус и учредила народную милицию. Временное правительство, буржуазное, после февральской революции. Ошибка в понятии делает их безграмотными? Нет, ну если человек может не знать, но задание не претендуй на то, что ты... Вот, зачем тогда с этим вылезать? Вот я, например, не понимаю ничего в химии. У меня только вот и второй диплом есть по химии, школьный. Еще я с этим школьным дипломом городской олимпиады пойду спорить с химиками, которые сейчас вот у нас на химическом. Это смешно даже. Меня звали, говорит, Михаил Васильевич, вы вот матмех кончили, давайте вы будете заведовать кафедрой применения математики там во всех дисциплинах. Это вы что, говорю, придумали? Я, так сказать, студент математики, как я могу заведовать такой кафедрой? Я кафедрой философии могу заведовать, кафедрой политэкономии могу заведовать кафедрой в математической, когда столько есть людей, специалистов в области математики. То есть мы находимся в мире и в обществе, в котором есть много специалистов. Поэтому, ну, если человек не знает или не понимает, пусть посоветуется с специалистом. Там есть другое явление. Люди пропагандируют, что у него особое мнение. А под особое мнение можно любую чушь говорить, потому что у меня мнение, что до Луны 50 километров. Вот у меня мнение, что Земля квадратная. Это особое мнение. Особое, что квадратная Земля. И что киты у нас не три кита, а два кита, на которых стоит Земля. Вот у меня это мнение. Более того, пропагандируется в том же самом «Эхо Москвы», что есть вот журнал «Дилетант», и собираются дилетанты. Кто такие дилетанты? Тоже скажете, что это понятно? Кто такие дилетанты? Не профессионалы, не специалисты. Люди, которые ни в чем не разбираются. Вот такие дилетанты. Не разбирающиеся в этом вопросе. Они приучают людей собирать дилетантов с этими дилетантскими позициями, о чем-то рассуждать. То есть они к чему призывают? К разнузданности в этой области, чтобы люди продолжали болтать вместо того, чтобы выразить истину. Мы к истине должны двигаться или нет? Никто не знает истину. Как это никто не знает? Вся наука состоит в познании истины. Что вы провозглашаете, если никто не знает? Вы от имени кого провозглашаете? Мы против всей науки пошли вообще. За все время человечества. Все время знают люди истину, и очень много в этом постигнуто. И мы эту истину шаг за шагом наращиваем, наращиваем, наращиваем. Человек, который говорит, что никто не знает истины, он вообще ничего не знает. Он вообще враг науки и враг истины. И человек, так сказать, который, так сказать, пришел в то время, тогда, когда осуществляется прогресс, с самыми реакционными такими взглядами и позициями. Поэтому я вам не советую этого где-то еще говорить. Что никто не знает, где истина. У нас есть академия, у нас есть лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Пойдите с ним, поздоровайтесь, скажите, никто не знает истины. И вы, товарищ Жорес, хоть у вас Нобелевская, ну как у вас такой язык-то поворачивается? Вы что говорите-то? Ну, нехорошо. Нехорошо. Идите на ученый совет на какой-нибудь, любого факультета вашего, и скажите, что у вас никто тут не знает истины. Они собрались обсуждать докторскую диссертацию. Ну, что вы с этим? То есть вы будете посмешищем. Я вам очень не советую с этим выступать. Это вы сейчас вот тренируетесь высказывать, это я приветствую. Тренируйтесь. А я вам показываю, какую это может вызвать реакцию со стороны носителей истины. Вот, скажем, доктор наук есть носитель истины. И он это вот, ну как бы общественное признание получает очень длинным таким, извилистым путем. Его человек, который, скажем, становится доктором наук, должен написать книгу как минимум. Сейчас уже не должен, сейчас может просто 15 ваковских работ. А вот доселе он должен книгу написать, он должен написать достаточно много произведений и сделать некий вклад, и серьезный вклад в науку. После этого он может считаться
ученым. У нас особенность нашего преобразования образования вообще в том, что у нас преподают не те, которые что-то читали, а те, которые что-то в этой области сделали нового. Не обязательно во всех тех вещах, которые они преподают, но обязательно в какой-то области они настоят на переднем крае науки. Вот если они стоят на переднем крае науки в какой-то области, вот я, скажем, специалист по диалектике и по противоречиям, а есть другой специалист, он специалист там, по аксиологии, а есть еще специалист. Поэтому, скажем, выступать, ну вот с тем, что у нас нет науки, ну это вы посмешище будете. Зачем же нам, не надо, чтобы смеялись над журналистами? Это нехорошо. И затопчут вас эти самые ученые. И это называется, философия называется, это агностицизм, это уже проходили. Это ваше течение, агностицизм. Запомните, агностицизм это называется, вот то, что вы сказали. Агностицизм – это течение, которое сыграло свою позитивную роль в развитии философии. И вот Гегель говорил, что не надо это отвергать просто, а надо видеть, какую роль это отвергает. Вот. Кроме агностицизма, есть еще скептицизм, еще одно направление. То есть все, что вот получено наукой, надо подвергнуть сомнению. А нет ли тут чего-то, каких-то ошибок, не надо ли это проверить и так далее. И вот и агностицизм, и скептицизм в такой мере, в какой они требуют от всего критического подхода ко всем, так сказать, провозглашаемым истинам, они выполняют в науке позитивную роль и становятся одним из моментов человеческого познания. Когда человек думает, вот вы будете о чем-то думать, то вы всякую мысль, которая к вам придет, будете проверять, дескать, а это, наверное, неправильно, а это, наверное, не истина. И это совершенно правильный подход. Это вот такой критический подход к самому себе и вообще ко всему тому, что говорится. И никакую научную истину без доказательства желательно не принимать. И это тоже правильно. Что нет таких вот людей, может быть, вы так говорите, а вы не можете доказать, вы не можете объяснить. Но если это вот необходимый момент в человеческом познании превращается в некую особую концепцию, это концепция реакционная. Агностицизм означает, что человек понять, познать ничего не может, а значит, не надо трепыхаться, он просто жертва того, что происходит, и нечего тогда писать, и журналистика не нужна, потому что если он ничего не может познать, то и журналисты ничего не могут познать, и нечего им писать, сотрясать воздух своими перьями. То есть вы выбиваете почву из-под своего существования тем самым. Так, дальше. Значит, языки делятся на естественные и искусственные. Я об этом уже говорил. Существуют различные гипотезы возникновения языков. Гипотезы есть такие. Подражание животным. Вы знаете, что, скажем, животные имеют очень многие знаки, которыми они пользуются. Те же самые журавли, когда они собираются в полет, они, так сказать, дают знак. Или знаки, как строить, и как куда лететь, и так далее. Это, скажем, те же самые пингвины, которые, между прочим, живут массой, стадным образом. Они надолго уходят из места обитания и ловят там рыбу, приходят, находят своих детенышей, кормят их. Как они их находят? Человеку это непонятно, потому что они все вроде бы как на одно лицо, эти пингвины. Они сбиваются в кучу, и они меняются там, и у них есть сигналы, которые позволяют им это делать. Так что некоторые считают, что вот подражание животным – это вот одна из гипотез возникновения языков. Язык родился из рефлекторного выражения эмоций, считают другие, что вот если человек хотел выразить какие-то эмоции, но эти эмоции были связаны с какой-то деятельностью, и он тем самым… У нас же, вот, скажем, мы когда говорим «а», «о», всякие восклицания, которые выражают чувства человека, они содержатся в языке. Подражание звукам природы. Язык связывает с ритмичными звуками, сопровождающими некоторые виды коллективного труда. Но есть и гипотеза такая, что вот потребность в коллективном труде заставляет находить формы, коммуникации, то есть связи, общения между собой,
необходимый для вот этого, для совершения того, этого коллективного продукта. Но все эти гипотезы не объясняют, почему возник язык. Ведь и животные тоже слышат те же звуки природы, реагируют на них, выражают эмоции, но у них не возникает способность произносить речь и понимать другого. Ну вот и однозначная позиция Энгельса по этому поводу, что труд, он создал не только руку человеческую, он этот труд коллективный, поскольку он требует взаимодействия и передачи, так сказать, знаний и сигналов от одного участника общего процесса к другому, он потребовал по существу создания языка. Так, перейдем к следующей теме. Гносеология как учение о познании. У нас есть передовики, они уже эту тему начали разрабатывать за вами. Гносеология. Гносеология как учение о познании. Гносеология как учение о познании. Ну что такое логия или логос? Логос – это наука или знание? Да, знание. Да, филология, знание языка, топология, изучение какого-то пространства и так далее. Гносеология – это наука или знание о опознании, гносео. Теория познания, гносеология, это раздел философии, в котором изучается природа познания, его возможности, отношение знания к реальности и выявление условий достоверности и истинности познания. То есть гносеология изучает теорию познания, природу познания, его возможности, отношение языка. Знание, отношение знания к реальности и выявление условий достоверности и истинности познания. Сам термин гносеология введен в середине XIX века, но само учение возникло во времена античности. Наличие агностицизма, смотри дальше, у нас есть люди, которые его тут пропагандировали только что, свидетельствует, что познание – это сложный феномен, и здесь есть о чем рассуждать. Протагор в V веке до новой эры говорил: «О богах я не могу узнать, есть они или нет их, потому что слишком много препятствует такому знанию, и вопрос темен, и людская жизнь коротка». Сейчас я вам прибавляю союзников. Протагор, берите его на вооружение. Человек есть мера всех вещей. Как оно кажется, так оно и есть. То есть все-таки как кажется, так оно и есть. То есть то, что кажется, содержит в себе и знание, а не просто только одно искажение. Основателем античного скептицизма был Пиррон. Скептицизма. 4-3 век до новой эры. Он считал, что всякому утверждению о предмете может быть с равным правом противопоставлено противоречащее ему суждение. Вывод – надо воздерживаться от категорических суждений, и такой вывод и сделал Пиррон. Вы знаете, что Гегель решал ту же самую задачу. Он считал, что каждому утверждению должно быть противопоставлено противоположное. И вот единство этих двух противоположных утверждений дает диалектическую истину. То есть поэтому вот этот самый скептицизм, он сыграл роль, ну, предвестника или провозвестника диалектического взгляда на жизнь. Поэтому все люди, которые, ну, скажем, вот такую одностороннюю позицию выражают, что познать нельзя, если их позицию брать как момент в человеческом познании, то эта позиция законна, содержательна, и она способствовала развитию человечества. Другое дело, что мы не можем сегодня, в 21 веке, останавливаться на том уровне, на котором находился
основатель античного скептицизма Пирон, 4 и 3 век до новой эры. А английский философ Юм, 18 век, считал, что природа держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и представляет нам лишь знание поверхностных качеств объектов. Поверхностных качеств объектов. То есть тоже он стоял на такой позиции, которая ближе к агностицизму, к непознаваемости мира. А Гегель, его величие в этом состоит в том, что он этот момент тоже принял во внимание. Если вы возьмете вторую книгу «Науки логики», «Учение о сущности», она начинается с кажимости. Кажимости, видимости. И он, когда он рассматривает кажимость и видимость, говорит, это кажимость и видимость – это не сущность. То, что мы видим, вот то, что вы говорили, это не ваша сущность. С этой точки зрения. Это только кажимость, это только видимость. Это мало ли, что вы говорили. А что есть на самом деле, что вы думаете, это вот это другое. Но поскольку каждое утверждение должно быть взято и как противоположное, вместе с противоположным, он же говорит, что кажимость и видимость – это видимость самой сущности. Что не существует вот сущность без всякой видимости. Есть и видимость этой сущности. И поэтому в видимости вообще любого предмета, человека, в видимости любой сущности есть и то, и другое. И то, что не соответствует сущности, и то, что ей соответствует. Поэтому это сложная задача, вот разобраться в этой кажимости. И дальше в сущности вот идет рассмотрение того, как проявляет себя сущность, как некое бытие. А сущность проявляется сначала как существование на определенном, если она не просто есть, а есть ли основание для этого. То есть вы начинаете разбираться, это то ли кажется, что есть, кажется, что нет, кажимость. А если есть основание, она уже есть на том, что является причиной существования. Если вы есть благодаря своему основанию, вы не случайно здесь есть, и вы не случайно сюда пришли и занимаетесь журналистикой уже который год, а потому тому есть основания, есть у вас прочный к этому интерес, глубокий. Значит, если мы этот интерес берем, тогда мы начинаем видеть не только кажимость, а некую сущность. А углубление в сущности есть познание. Далее. Есть такие понятия в учении о сущности, как явление и закон. Ну, явление, оно как угодно. Вот, может, явилось, вы можете прийти, так сказать, в плохом платье, так сказать, перемазанное и так далее. И означает ли это, что такова ваша душа? Нет, не означает. Не означает, потому что это только явление, а надо посмотреть закон. А закон что такое? Вот знаете, что такое закон? Это спокойствие явления. Вот, не спокойствие, а спокойное в явлении. Спокойное. Спокойное в явлении. То есть то, что в явлении спокойно, то есть все меняется в нашей жизни, все преобразуется, все волнуется, все течет. Но в этом течении есть нечто, некий закон. Вот, скажем, в развитии студента, студентки, как в становлении специалиста журналистики, есть некий закон, что вот никак бы у вас там это не проходили эти занятия, с кем бы вы ни дискутировали, что бы вы ни делали, постепенно идет накопление знаний и формирование вас как специалиста в области журналистики. Правильно? Чтобы вы не стали журналистом и специалистом, специально убрали специалистов, сделали бакалавров. Поэтому вам задачу усложнили. Но все равно задача-то состоит в том, чтобы стать специалистом. Правильно? Все равно такая задача стоит, только вот времени выделили меньше и денег выделило государство на это меньше. Я сказать, не надо это делать. Давайте за 4 года. Хорошо еще не за 3 и не за 2. Это тоже есть. Так. А дальше, если вы пойдете вот следующую категорию брать, связанную с этой проблемой познания, это вот прежде всего учение о сущности, это проблема действительного. Эта категория, она вообще редкая. Я думаю, что основная масса журналистов ее вообще не владеет, не понимает, что это такое. Действительное – это такое это то на поверхности, что соответствует сущности. Находится оно там, где мы вот там, где явление, то есть на самой поверхности, но оно
это та самая сущность, которая уже не только в глубине, но она и действует. Она проявляет себя на поверхности и в действиях. Вот это действительно. К примеру, вот у вас есть карта банковская. На каждой банковской карте написано, до какого времени она действует. Вот недавно я с картой такой пришел в банкомат, засунул эту карту, трам-трам-трам, набрал пин-код, она мне, все хорошо, со мной дискутирует этот банкомат и выдает бумажку, что карта просрочена. Это тот случай, когда карта есть, но она недействительна. А чтобы была действительна, надо идти снова в соответствующее отделение банка, получать там новую карту с новым сроком действия, и та будет действительно. То есть карта вот на поверхности лежит. Деньги-то лежат в банке. Карта на поверхности. Вы можете положить в карман, можете ее, значит, использовать в магазине, где угодно. Но та карта, у которой кончается срок действия, не действительна. Она карта, она такая же, все, и номер, там все есть, но она не действительна. А другая карта действительна. То есть она позволяет вам, хотя сама она по себе не представляет собой никакой денежной единицы, она сама позволяет вам действовать так, как будто бы у вас в руках были наличные деньги. Или, может быть, другая картина. У вас есть банковская карта, а банк ваш лопнул. Ну, тогда идите в агентство по страхованию вкладов. Это долгая история, и вы там получите только ту сумму, которая определена, не более той. А если у кого-то было в 10 раз больше, он получит все равно только десятую часть того, что у него было. АСВ. У вас есть билет, но он недействительный. Вот какая штука. Или у вас есть пропуск, а вот он, скажем, если вы на него там не выполнили определенные действия, он может быть заблокирован, то есть недействительный. И так далее. У Гегеля есть такое высказывание: то, что разумно, то действительно. А то, что действительно, то разумно. По поводу этого высказывания многие обдумывают его и, так сказать, очень не все понимают, что это означает. Вот то, что разумно, то действительно. Если это разумно, а если разум до этого дошел, то он начнет действовать в соответствии с тем, до чего он дошел. Правильно? То есть если вы поймете, если вы разберетесь, то это будет определять ваши поступки. Поэтому то, что разумно, то действительно. Действительно в смысле того, что он вас побуждает к действию. Или потом Маркс писал, что идея, овладевая, которая овладевает массами, становится материальной силой. Идея – это духовная сила, правда? Она принадлежность сознания общественного. Но когда она овладевает массами людей, а как она может овладеть массами? Она не может овладеть массами без журналистики. Никак. Никоим образом. То есть это вообще глупость думать, что может идея овладеть массами, что все пойдут эту книгу читать, и она, миллионы будут эту книгу читать. Какую-нибудь правильную идею, мысль. Нет, идея, она становится достоянием журналистов, журналисты приводят в движение эти самые массы. В каком направлении? Это зависит от позиции журналистов. Одни в одном направлении, другие в другом. Везде идет во всех сферах борьба. То есть идея, то есть разумная, то, что разумно, есть действительно. А есть другая мысль у Гегеля, вторая. А то, что действительно, то разумно. Ну, действительно, это то, что соответствует сущности. Правильно? А раз оно соответствует сущности, а разум как раз и выясняет, не хватает только поверхности явлений, а он должен видеть не саму поверхность явлений, а должен видеть действительную глубину. Вот если мы, вот кто-то на нас смотрит, на наши споры, вот мы спорим, вот двое все время, видите, мы сегодня спорим. И это поверхность явлений. Это вовсе не является глубиной. А глубина у нас, так сказать, общая заинтересованность в том, чтобы в этих вопросах разобраться. Я правильно понимаю? Есть такая заинтересованность. И у вас сложность в том, чтобы вы можете этим овладеть, а у меня сложность в том, чтобы вам это передать. Потому что вы же не какой-нибудь там китайский болванчик, который все что угодно принимает. То есть вы слушаете аргументы, вы критически их оцениваете,
с известной долей скептицизма. Могу даже привести вам вас поддерживающий пример. Маркс говорил: «Все подвергай сомнению». Но если Маркс только все подвергал сомнению и не написал бы «Капитал», он бы не был Маркс. Потому что написание «Капитала» – это вот познание экономики современного капиталистического мира. А если бы он просто подвергал сомнению то, что написал Адам Смит, что написал Мальтус, что написал Рикардо, то он остался бы кем? Ну, скептиком, который, как говорится, вот все, что вы сказали, сомнительно, а вот вы что сказали, тоже сомнительно, а вы что сказали, тем более сомнительно. И что? И что такого великое в том, что я вот все подвергну сомнению? Вот. А доля сомнения должна быть всегда присутствовать. А вдруг я какую-нибудь глупость сказал, а вы сидели и не отловили. А вот вы все время так на щеку и вот так вот контролируете. Поэтому я вот сейчас чувствую себя хорошо. Я наконец-то чувствую себя в своей тарелке. Если есть человек, который думает, чтобы я сегодня глупость какую-нибудь не сморозил. Потому что записывают же. А потом она будет отвечать. Как, говорит, вы такие держите такого преподавателя, какую ерунду такую говорили. Так что это очень, ну, просто хорошо. Я, например, очень люблю такое дело, потому что как это? Ну, спор – это самое милое дело. Вот если у нас наши занятия будут превращаться в споры, ну, это, я думаю, самая лучшая подготовка, правильно? А если вы будете, значит, я скажу, а вы киваете. Потом я опять скажу, опять киваете. А потом я скажу, а что, вы кивалы, что ли? Чего вы тут все время киваете? А потом какую-нибудь глупость скажу, а вы опять киваете. Нет, вы следите. Мало ли что там. Это так вот люди приходят, там втирается доверие. Вы паспорт у меня проверили, нет? Откуда вы знаете, что я – это я? Не проверяли же? Карточку я уже. Видели карточку? А, ну, молодцы. Ну, проверили, вот хорошо. Ну, то есть проверили. Вот это серьезный подход. Я согласен. Так, значит, Иммануил Кант, вам известный. 18 век не сомневался в существовании вне сознания вещей в себе, но считал их непознаваемыми. Так что вы можете гордиться, потому что я лично с Кантом согласен. Чтобы вот я на вас нападаю и говорю, знаете, Михаил Васильевич, я вот, вы там с кем угодно хотите, а я вот как Кант. А Кант – это глыба. И как бы вы две глыбы, а я один тут несчастный, с этими глыбами пытаюсь побороться. Но Гегель, надо сказать, с этой вот глыбой очень разделался, очень изящно. Он говорит, вот Кант. Он вообще, почему изящно? Потому что он никакую философскую теорию не отбрасывал. Ну так вот, это глупо. Нет, не отбрасывал. Он всегда говорил, а какое место ее вот в общем человеческом познании? Он говорит, что вот Кант, он поставил такие вопросы, такие великие вопросы, что мы бесконечно обязаны ему за это. Но ни один из этих вопросов он не решил, говорит Гегель. Вот, например, вещь в себе. Придумал Кант такую категорию – вещь в себе. Дескать, вот то, что мы хотим познать, изучать, он не так говорил, что нельзя просто познать, он говорит, что это вещь в себе. Она непостижима. Ну, мы можем, так сказать, и так глядеть, и сяк глядеть, но это вот вещь в себе, это нашему рассудку непостижимо. Мы не можем ее ни осязать, ни, так сказать, ни углубляться, ничего не можем мы о ней сказать и знать. Что пишет Гегель по этому поводу? Он продолжает эту линию. Значит, вещь в себе – это такая неживая абстракция, про которую мы ничего не знаем и знать не можем. Значит, это пустая, неживая абстракция. Я отбросил эту категорию вообще. И она до этого такой модой пользовалась, то есть просто широчайший период Канта и кантианства. После Гегеля эту выбросили на помойку философскую, всю эту идею с вещью в себе. И стали вещь в себе понимать. Так что, конечно, вы должны, она вещь в себе, то есть надо углубляться, углубляться, углубляться. И вы будете правы, если скажете, никогда вы не можете сказать, что все про это знаю. Вот эта мысль очень важная, что никогда нельзя сказать, что конец познания. Всегда мы, человеческая вот голова способна познавать бесконечно и может познавать абсолютную истину. Все то, что она имеет, всегда неполная истина. Например, вот, например, то, что люди встали на две ноги, они не на четвереньках ходят. Это навсегда. И не на бровях они ходят. То, что они думают, тоже навсегда и так далее. Но это не значит, что мы все знаем про человека. И поэтому познание человека продолжается. И нет такой точки, и познание материи продолжается. И в физическом смысле, и в химическом смысле, и в биологическом смысле, и так далее. То есть все науки продолжают свое движение к абсолютной истине. Но
сказать, что когда-то вот эта абсолютная истина будет достигнута и все, и это противоречит, так сказать, вот тому взгляду на познание, которое в каждый момент дает не всю истину, да, только относительную истину, абсолютные элементы Торы. Мы знаем, что дважды два – четыре, и это никак не отвергается и не отвергнется никогда. Но кроме дважды два – четыре есть и другое знание. Мы, значит, знаем, что из геометрии Евклида через одну точку можно провести только одну прямую, параллельную данной. Но это аксиома. Но можно сказать, что дважды два – четыре – это абсолютная истина? Можем. Можем сказать. Но если я хочу вам еще сказать, что есть, например, такие математические разделы, скажем, теория вычетов, где дважды два – ноль. То есть то, что делится, если делится на два, это ноль. То есть это тоже не везде. А вообще, вот, конечно, в арифметике это абсолютная истина. Безусловно. Например, у нас выступал вот в актовом зале, тогда была хорошая, это не такая вот система, что мы разделялись по факультетам, и там каждый у себя варили в собственном соку. А вот был такой период, когда в нашем актовом зале, в колонном, собирались студенты самых разных факультетов, и выступали крупнейшие ученые. Ректор был академик Александров, геометр. Он читал лекции по диалектике. А выступал Фадеев, член-корреспондент Академии наук, Дмитрий Константинович, отец вот того Людвига Фадеева, который недавно умер, о чем сообщили журналисты широко, который директор нашего института стекло. Вот этот Фадеев рассказывал, как происходит процесс познания у людей, у детей. Вот один, это легко, дети начинают воспринимать. А вот два, это уже много. Потому что если человек усвоит два, тогда и три, и четыре, и пять, и так. Поэтому рубеж очень сложный для познания маленького человека, который начинает это познавать, вот он между один и двумя. А дальше один, два, три, четыре, пять, шесть, все пошло. Если человек вот через это прошел, он может уже дальше углубляться. Поэтому они так быстро учат языки, дети. Да. Причем вот тоже Фадеев у нас на Дне Матмеха, он рисовал математику в виде свиньи. И вот, значит, морда ее, так сказать, вот этот нос, которым она все пашет, это анализ математический. А вот, говорит, алгебра – это кишки. Она нужна только внутри самой математики. То есть она вот для чего-то другого, она, в общем-то, и не нужна. Но математики без алгебры быть не может. И геометры и алгебраисты соревнуются по вопросу о том, что все то, что алгебраическое, можно выразить геометрически. Говорят геометры, а алгебраисты говорят, все, что вы геометрически выразили, мы можем выразить алгебраически, потому что все ваши эти отрезки мы будем брать как вектора, и сказать, все это будет, а их просто как пара в скобочках, и будем решать свои теоремы. И эта дискуссия там идет. То есть нет такой области общественного знания, в которой бы можно было поставить точку, сказать, что больше познать уже нечего. То есть все время накапливается знание, то есть отражение действительности становится все более полным, но это знание, с точки зрения того, что оно не полностью совпадает с действительностью, оно всегда имеет момент относительности. И поэтому есть что познавать. Ну что, наверное, мы закончим. Вопросы есть ко мне? Нет, протесты? Нет. Видите, протестов нет. Все, у нас очень мирная такая дискуссия. Мы с вами, потому что знаем разницу между спором и конфликтом. Конфликта нет, а спор есть. Спор – это хорошо, конфликт – это вот нам совершенно не нужен. Правильно? Спасибо за внимание. Спасибо. Значит, я вас должен проинформировать, дорогие товарищи, что в следующую пятницу, в соответствии с расписанием, которое у нас было сделано по моей просьбе, занятий не будет. Вы, наверное, заметили, там не будет. И вы отдохнете от меня. Потому что вдруг я вам надоел. На всякий случай делаем перерыв. Хорошо? То есть мы с вами встречаемся через две недели.